В Асаюртовских школах 24 мая прозвенел последний звонок – традиционный праздник школьников, заканчивающих учебу. В этом году стены городских школ покинут 355 выпускников. Поздравить и пожелать счастливого пути виновникам торжества на школьной линейке гимназии номер 3 собрались не только родители и учителя, но и почетные гости в лице депутата Народного собрания Республики Дагестан Якуба Умаханова и руководителей городских отделов и ведомств. Открывая торжественную линейку первым на правах директора гимназии в адрес более 150 юношей и девушек 9-11 классов с напутственными словами выступил Ризван Гулоев. Поздравляю в первую очередь наших выпускников, которые уже в своей самостоятельной деятельности жизни преодолели первый шаг. Но здесь же надо отметить, что все еще впереди. Основной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, чтобы вы благополучно сдали и поступили в ведущие вузы нашей страны и стали достойными специалистами нашего города и региона тоже, чтобы от вас была только польза для государства и для всей общественности. В рамках праздничной программы для гостей и выпускников творческими коллективами гимназии были исполнены хореографические выступления. Обращаясь к выпускникам, депутат Народного собрания Республики Дагестан Якуб Умаханов отметил, что многие совсем скоро отправятся в университеты, встретят новых друзей и любимое дело. Пусть этот переход на новый уровень жизни пройдет легко. В завершении выступления пожелал успеха во всех начинаниях, легкой учебы, понимающих преподавателей и простого человеческого счастья. Я хочу поздравить вас с сегодняшним днем, последним звонком. Сегодня вы вступаете в новую взрослую жизнь. Я хочу пожелать вам всем успехов, удачи во всех начинаниях. Чтобы ваши все мечты сбывались, какие бы цели вы себе не ставили, чтобы они исполнялись. Я желаю вам, чтобы вы никогда не забывали своих первых учителей, которые вложили в вас душу самых первых дней. И помните, что где бы вы не были, что бы вы ни делали, а в нашем городе будут судить по вашему поведению, по вам. Поэтому я желаю вам везде быть самыми лучшими, самыми востребованными, самыми активными, самыми яркими. Удачи вам во всем. В ходе мероприятия также была проведена церемония награждения почетными грамотами и благодарственными письмами выпускников и учителей третьей гимназии. После всех выступлений по традиции учащимися был исполнен школьный вальс. Ну а завершающим этапом праздничного мероприятия стал звонок колокольчик, который унесли первоклассник и выпускник, как напоминание покидающим стены школы об уроках, переменах, об учителях и друзьях-одноклассниках, о радостных и грустных моментах. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».